Друзья, всем привет! В этом видео я сделаю подборку браслетов для Mi Band 4. Давайте посмотрим обзор и рассмотрим интересные варианты. Это оригинальный качественный ремешок, доступны 5 цветовых решений. Это черный, который идет в комплекте с браслетом, синий, розовый, оранжевый и винокрасный. Оригинальные ремешки от производителя отличаются высокой надежностью и долговечностью, поэтому если желаете качественный оригинальный ремешок от производителя, но желаете поменять цвет, ссылку я оставлю в описании под этим видео. Там доступны все цветовые решения, которые идут от производителя. И этот браслет также совместим с третьей версией браслета. А теперь рассмотрим браслеты от сторонних производителей. Вариантов просто масса. В этом видео я сделал самую интересную подборку. Давайте посмотрим. Металлические браслеты для Xiaomi Mi Band 4 доступны у этого продавца. Также этот тип браслетов называют «миланская петля». Современная интерпретация плетения, изобретенного в Милане. У продавца есть два стиля этого браслета. Это с механической застежкой и второй вариант – это с магнитной застежкой. В каждом варианте доступно три цвета. Металлический цвет, розовый и черный. Ремешок оригинальный, уникальный и цена доступная. Ссылку я оставлю в описании под этим видео. Следующее – это спортивный силиконовый ремешок. Совместим с третьей версией браслета и с четвертой версией браслета Mi Band. Очень много цветовых решений. Есть также варианты комбинированных цветов. Смотрится очень достойно и доступная цена. Ссылку я оставлю в описании под этим видео. Далее интересный ремешок в виде бус. Бусы, нанизанные на эластичный материал, выглядит очень оригинально, подойдет для девушек, для прогулок, на пляж, для вечеринок и просто выделится. Браслет реально необычный и оригинальный. Доступны различные цветовые решения. Ссылку я оставлю в описании под этим видео. И простой силиконовый браслет с множеством одноцветных расцветок и очень доступная цена. Ссылку я также оставлю в описании под этим видео.
такая интересная подборка, все ссылки будут в описании, а также рекомендую защитную гидрогель-пленку, которая защитит ваш браслет от царапин. У меня есть отдельное видео, ссылку я оставлю в описании. На этом все, друзья, если видео было полезно, не забудьте поставить лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал, всем пока!